Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Ежедневная гигиена – очень важная процедура, ведь от этого зависит наше здоровье. Исследования показывают, что основная причина повреждения зубов и десен – это налет. В нем содержатся миллионы микроорганизмов. При поступлении углеводов они вырабатывают кислоту. Кислота вымывает с поверхности эмали минералы и фториды, что приводит к возникновению кариеса. Пломбы под обилием налета также недолговечны. Когда образуются твердые зубные отложения, или другими словами зубной камень, начинают повреждаться десна. Гингивит и пародонтит могут привести к потере абсолютно здоровых зубов. Для того, чтобы предотвратить все эти заболевания, необходимо тщательно вычищать зубы. Один из помощников в этом – ирригатор для полости рта. В этом приборе используется направленная струя воды, которая не просто орошает зубы, а вычищает из всех труднодоступных уголков налет и остатки пищи. Десна во время орошения мягко массажируется, что способствует улучшению кровообращения. Возможность заправки ирригатора различными антисептическими препаратами оздоравливает полость рта. Ирригатор не заменяет использование зубной щетки и пасты. Они должны использоваться в комплексе. Сегодня сделаем небольшой обзор на ирригатор европейской компании Aclion TF200. Давайте открывать коробку. В комплекте идет инструкция и гарантийный талон, также в комплект входит фирменный чехол. Сам ирригатор, две насадки и зарядное устройство. Хочется сразу отметить, что в отличие от стационарных аппаратов, TF200 компактный и очень легкий. Его вес составляет всего 250 грамм. Удобно брать в командировки и путешествия. Обладает водонепроницаемым корпусом, который изготовлен из высококачественного пластика повышенной прочности, и при падении ему ничего не грозит. Ирригатор имеет две сменные насадки синего и красного цвета, что сразу делает его семейным. Очень легко устанавливается и снимается нажатием на кнопку. Благодаря своей форме такая насадка может добраться даже в самые труднодоступные места. Жидкость заливается в нижний съемный блок. Емкость достаточно небольшая, всего 200 мл, но для одного применения вполне хватает. Ирригатор можно заправлять обычной водой, растворами и концентратами или отварами. Использование специальных жидкостей повысит эффективность процедуры по уходу за ротовой полостью. Данный ирригатор имеет встроенный аккумулятор. Работает автономно до 2 недель при ежедневном использовании. На лицевой стороне аппарата находятся кнопки включения-выключения и смены режима. У TF200 предусмотрено 3 режима подачи струи – щадящий, нормальный и интенсивный. Можно подобрать удобный с учетом индивидуальных особенностей. Работает данный ирригатор с помощью импульсной технологии. Вода подается с переменным давлением. Пульсации не доставляют неприятных ощущений, но они достаточно сильные, чтобы эффективно очистить зубы от остатков пищи. Приобрести данный ирригатор можно на официальном сайте по ссылке в описании. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.